профессиональные игроки просто херачат из РПК по своим. Я тебя не заметил, чувак, извини. Я вообще как бы не об этом говорю, я говорю о том, что сложно оставить в голове понятие, где враги, а где свои, а где свои. Да ты просто дал. Да ты просто рот закрой свой, блядь. Умник. Полечил всю тему. Блин, я зашел несколько. Трудный был придумать карту. Господи, бедный Талиб. Этого захеращили в фарш, его там превратили. Ты через NVIDIA запис? Или ты AMD-шный бомж? Ну, у него есть прога, Shadowplay. Да я шучу, господи! Обладатель видеокарты с 3,5 гигами, это бомжомка вот называется. Я пошутил, ты понимаешь? Вы, я не знаю. Без какого-либо чувства. Просто прикол в том, это как бы Samsung и Apple. Самсунговский телефон это AMD, а Apple iPhone для понтов. Типа того. Я понял, между колесными парами, короче, они не ездят. Если между колесными парами лечь, можно активить туда лягу. Лягу под тележкой. Зачем тут танки? Да. Я вообще не понимаю, что вы там говорите. Ой, ты откуда здесь? Ой. А, да, где? Материализовался из воздуха, блин. О, враги на точке. А, черт. Ой, черт. А, блин. Черт, твои ублюдки. On my way to Echo. А можно ранить человека через коробку? Да. Нет. А коробку через человека? Нельзя, даже через шипер нельзя свою ранить. Ну вообще-то тут есть прострел, и я им эффективно пользуюсь. Прострел по ботам, а по своим нет. Окей, ты хочешь проверить? Я не знаю, я думаю... Окей, да я уже миллион раз проверял, я тебе говорю, на, например, на том же этом бухризе, yeah. Там ну вот где ты? Металлические. Где ты? Я спрашиваю, где ты? Давай я спрячусь за этим, блядь, хуйней какой-нибудь, ящиком каким-нибудь, если ты меня не убьешь сквозь ящик, стреляя сквозь него бронебойными трубами. Чё, меня ещё как-то бы убивается. Не, ничего от тебя не надо, просто это, блядь. Да ладно, пацаны. Да ладно, пацаны, хуйня, я это, на, блин, на некоторых картах знаю такие места, где, например, если... Блин, непробиваемый воздух между столиками. Окей, замечательно. Меня интересуют ящики. Они как бы довольно часто. Я тебе объясняю, урон через ящики есть походу, а твои урон через предметы нет. Ну блин, ну давай проверим, чё ты, ну вот наглядный пример нужен. Я не хочу тебя убивать, мне просто интересно. Ну где ты ходишь? Вот это ты его? Я, да, это я. Вот я стою. Вот стань за этим. Вот за ящиком. Давай. Ты поосторожней, сейчас его там разнесёт как секрета. Чё? Мы полотё убиваем. Я криво, чё? Чё, блядь, чё? Чё,
Окей, действительно нет. Но пули пролетают. Ну, черт, зачем огромная толпа, чертова толпа. Подчищает тут еще сзади. Окей. Я так понял, это сделано потому, что ты можешь не видеть своего сквозь ящик. Да. А, ну да, когда ты из РПГ стреляешь, это, блин, ты его офигенно видишь. Но РПГ уже средство массового поражения. Максовые неинъекции. Это... РПГ... Как эффективно только что А-10 отработал по полю. Из пулеметов своих. Бля, они из земли вылазят? Да. Как червяки. Как суслики, блядь. Да. У меня есть С4, подрывать С4? Да, ты мертвый, они с земли просто ласкали. Их сажают как семена, и они потом из земли вырастают. Что? Уже? Кто еще там? Я даже не успел попомниться. Нет, да, я взял его так красиво. Там остались. Я тебя подорву огромной бомбой. Где ты, мой сладенький? Да, блять, нахуй. Вставай. Подарочек. Ну чё ты твою башку испортился? Нет, жалко. Аллаху Акбар. Смотрите, кто скажет, что мы хотели взорвать грузовик наш. Не получилось, короче. У тебя нога застряла под лавкой. Уже взорванный грузовик, да, собрались взорвать. Не, он был не взорванный. Ну, сломанный. Он был не сломанный. Ну ладно. Вот и давай, ебало. У меня замечательно. Просто ты реинкарнировал. Надо научиться остаться тут эпичнее. В коробку? Просто ты что-то умеешь реинкарнироваться. Тут так много коробок. Коробка. Слева пикой. Полной. Ни хрена себе. Стова. Мортира, да. Крайбина гаубица. А меня вот туда можно зарядить? Вау, что? Я убил сопротивлеметр? Сопротивлеметр? Ладно, окей. Черт, я запрыгнуть не могу. Он даже не написал сори. А да. Я думал, он остановился, но он просто остановился. Это был не ты. Не надо за него извиняться. Мне нужно личное изменение от него. Это был сразу не ты. Это не ты. А это даже не извинение. Чё? Это тоже не извинение. Блин. Он просто дискон... А, он значит у нас англичанин. Пошел чай пить, козел. Ну косяк. Предлагаю его расстрелять. А-а-а. Ну о чем? Дефлейер. Можно тебя. Ханда, ты заеду. Я тебе отвечаю.
А за мной, если по нему работать. Нет, какого черта Синджар? Да, Синджар. Нет, не Маркет. О, Маркет, слава богу, Маркет. There's a heavy insurgent presence in this area. We've been ordered to clear it. Move through, secure the objectives, and destroy any weapon caches you find. Watch for counterattacks. All right, let's do this. Так, первая волна мяса побежала. Боже мой, это было просто невероятно. О, господи. Я просто прошел на точку. Alpha's been successfully destroyed. О боже мой. Какой мужчина? О боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. Сыра. Сыра? Да. И я хочу от тебя пячко. Интересно, точно так же прокатит? Я сейчас просто буду идти потихонечку на точку. Не бежать. Просто идти. Просто брошу зажигательный. Сейчас прокатил. Ой. Красава. Спасибо. Добег. Не кидай сюда ничего. Я сам себе кину. Погодрочер, чертов. Я тебе кину. Не смей туда ничего кидать. Attack Charlie! Посмел. Ну все. Ты идиот, с мачете, с ебаным с кондонус. We're attacking Charlie! Кто-то взорвался. Attack Charlie! Gotta reload! Себя атакуй. Бачко себя хуй. Реально. Это карма, это карма. Он меня убил. Это было просто невероятно эпично.
Так мы надо, меня до того убил. Прям упор. Плохой. Да. Давай его накажем. Да он уже наказан, я вызвал сатану на его ожог. Он его прямиком из ада достал. В обличье. Даже похватил за боевой забрал. Ребятки, спорим, вы умрете? Ну, тут я пулеметчику говорю. Я тебе пулеметчику. Это странно. Крепа! Не слушайте в него! Безбожник! Вы не умрете! Ну, как бы они уже умерли. Да пофиг. Души, я верный. Ах, ты талибанский агент. Слава сатаны, мы должны выиграть. Так ты сатанинский талибанский агент. Могу ли я тут пройти? Сатанисты. Я пройду тут. Я прошел. Ха-ха-ха, это я его убил, кажется. Это я его убил. А, ну я тоже не устрелял, чтобы перейти за хуй. Сатана тебя покарает. Отпочили! Ничего не вижу. Подожди поближе, посмотри. Подошел. Я слежу от тебя, ты понимаешь? Нету смысла мне врать. Я все вижу. Он читер, у него аим! У него я? Кто у читер? Тебя ты? У меня им, я имею себя, черт. Вот это твоя версия. Это твоя версия. Я этого не говорю, хочу заметить. Формально это какой-то анализ. О, прощайте. Окей, вам повезло. Снова вам повезло. Сатана тебя покарал калашниковым. Просто мой АИМ выключился. АИМ как-то влияет на собственный хэдшот? Ну да, я же сам себе имею, я сам себе хэдшоты ставлю. Хватит это говорить, понимаешь? Я этого не говорил, никто это не говорил. Это ты сам сказал себе. Ты понимаешь? Тебе нужно не читься. Он же себя не читься. Тебя? Смотри, человек заходит на сервер и слышал, я сам себя сейчас имею. Играю в эту игру. Иметь себя очень плохо. Сатана этого не одобряет. Я думаю. Окей. Ты думаешь? Интересно, вообще хоть что-нибудь сатана одобряет? Наверное. Вообще сатана знает значение слова одобрение? Вообще сатана существует? Ну, он одобряет одобрение. Одобрение звучит как варенье. Да он одобряет одобрение, вот. Удобрение. Варенье, удобрение. Destroy Echo. Я не захотел. I'm on the move. Есть такое? Блин, мне что давать? У меня есть, где ты живешь? У меня есть зажигательное. Echo has been destroyed. Спады, доставка. Зажигательно.
Ну, паранойя, я не вижу. Ой, это свой. Ясно с тобой. Всё, капец. На нахуй. Уже нет. Капец тебе. Мстительный ты. Ну всё. Я вообще постоянно убивает, понимаешь? Он самый терпеливый человек на свете. Бан навеки всем. Да вообще пофиг. На эти вечные. Понимаешь, если бы он всем постоянно бан давал? Если бы он бан всем подряд давал, кто его убивал, то как бы сервер пустой был бы. Там тебе иметь, что? А чё ты вообще? Маленький ублюдок. Он подъехавший. Где здесь скорая в этой игре? Грязный извращенец. А чемпионка? Чё ты там? Имеет себя. Ла-ла-ла. Кто? Я вообще не знаю, о чём вы. Психи больные. Вообще рандомные слова тут говорите. А чё, блядь, сам себя иметь? Бан навеки. Прицел. Пойду зарежу сам себя. Давай, прими свой себе. Вот это твоё сердце. Я в него не суюсь, а ты не в моё не суюсь, окей? Суюсь. Не суюсь. We're taking golf! Сам себя суёшь. Чё-то сатанист. Суй сам себя. Golf has been secured. Moving to golf. А что с этим понят? Defend golf! Сейчас сюда прилетит карта. По-моему, скиф сюда заходит, чтобы выйти отсюда. Я никогда не видел, чтобы он играл. Я видел, чтобы он выходил или заходил. Это безумие. Мне кажется. Нет, я не могу на точке. Окей. Гребаный паранойй. Просто зубы немножко перебащил. Кропан. Стреляли на них, стреляли! Это не то ведро, которое мне нужно. Дурацкое ведро. Что-то мы вообще на дичьих проходим. Да вообще как... Го. В одежде позагораем. Да. Даже глаза не загорят, серьезно. В масках, в очках черных. Смотри, какой у меня загар на одежде. У одного этого командира руки загорели. И все. Как у, блин, таксиста какого-то.
по мне твой стреляют, как обычно, блядь. Как обычно. Ну хватит по мне стрелять, мудак. Раз выстрелил, два выстрелил. Возможно, это был не ты. Но все равно. Блять, у меня теперь вообще ничего нет в руках. Круто. Суки! Я вас всех пойми. Окей, я действительно всех пойми. Блять, меня убил док. Себя поймите, не забудь. Что? Что ты говоришь? Говоришь, что ты непонятное? Арбату. А чемпионка. Я понял. Окей, арматура. Я вижу эти железные хреновины. Что дальше? Да. Ну вот, да, можно было просто чуть-чуть проветрить. Это значит, это все равно. Круто, у меня залагало. Да блин, почему я не на первом месте? Я тоже хочу на первом месте быть. Либо на днище, потому что. Да он читак, слушайте. Давайте его забаним. Го. Я на первом месте. Забанило. А ты кто? А ты кто? Я черный маг. Если что, я заколдую. У вас письмо надсохнет. Он пердопляш, я этим все сказано. Ты кто пожиди, пердопляш? Я ворую. Я депутат. Весьма. Что стоишь охота? Вы чертовы казуалы. Может быть, вы еще ладно, заново. Любите в читать, туда-сюда играть, кликаю. Да? Туда-сюда кликаю. А, нет. Снежар, давай Снежар, а, да. Кто это сказал? Может, тогда профир. Я профир не играю, конечно, конечно. Сам тебя иметь. Заткнись. Я туда-сюда кликаю, мне пофиг. Я вижу. Драйканал! Блин. Нееееет! Moving to Alpha. Move through, secure the objectives, and destroy any weapon caches you find. Watch for counterattacks. Yeah, I copy. I'm suppressing! Ready for a new magazine! Be careful, stick together, don't die. Genial idea. Fuck no. Держи.
Блять, серьезно, поле снайпер? Окей. Жалко, нельзя на берету там снайперский прицел с неоднократной прицел это приделать. Кажется, у Граса был такой один раз. Ходите к Шону на точке. Давай. Форму к Шону. Три Шона. Катя, предлагаю его забанить. Боже, забанили. Я не хочу, я не хочу, ходите к Шону. Шона, все. Я не сказал, да. Ходите к Шону, потому что все взорвается. Ты понимаешь? Не старается, то что потом видите, взорвать ты не умираешь, а здесь все взрывается, ты умираешь. Круто, почти как в кинотеатре. Амикс 3D. Вообще не надо. У нас есть снайпер-пулеметчик. Мы победим. Пулеметный снайпер. Или как его назвать еще? Извращение. Короче, блин. Ну, можно и так. Бан, все, убивай. Как же вы еще? Дочь баня его. Рома, я это уже, блядь, я не знаю, полчаса это все слушаю. Сейчас. Какой галдеж. Я заглушу его, блядь. Недовольный. Блядь. Bravo, Bravo secured. Three. Fuck, insurgents are inbound. Check your weapons. Не нравится им галдежник. Заебись. Я их подавил из пистолета. Можете выдвигаться. Евреи. На рынке тоже можно по дешевке взять. Правда будет некачественная. Придется донатить в нее, чтобы поиграть. Рома, а че ты так лагаешь? У меня читер просто. Здравствуйте.